Здорово, народ, это Альвинос. Это, по идее, новая сборка, но, наверное, давно забытая старая. Видите, она называется SOS, но ее старое название Crash Landing, по-моему, что-то в этом роде. Автор начал разрабатывать новую версию под 1.7.10. Старая, насколько я помню, была под 1.6.4. В пустыне мы там падали и выживали. Вот, она, по идее, недоработана, я не знаю точно, она была на Курс Форче, но потом она там исчезла, не знаю, каким макаром ее подсунул, посоветовал мне Еркман, откуда он ее там вытащил, я не знаю, вот, но смысл в том, что на Курс Форче ее нету, вот, я хотел проходить совсем другую, мне под один подписчик подогнал, там тоже приключения. Но меня привлекла эта сборка тем, что тут Том Крафт. Я по нему, честно говоря, чуть-чуть соскучился. Но вот с Том Крафтом, я думаю, тут будут проблемы. В общем, я так понимаю, что она тестовая. Насколько долго это все дело затянется, я не знаю. Я так чуть ее пощупал. Вот, ну, начало вроде бы неплохо выглядит. Поэтому, ну ладно, не будем много говорить. Создаем новый... новую этот word name напишем Альвинос LT Options Allow Cheats обязательно, бонус cheats есть, выбор у нас тут не особенно большой. Иркман просил 3 единицы использовать, но я нашел получше Альвинос LT. Вот, Иркман говорил 3 единички использовать, но там есть строение одно и рядом этот багровый культ, который мне не очень нравится, поэтому я попробовал пару сидов и вот вышел, что это, ну, для начала нормально, вот. Ладно, я тогда создаю новый мир и уже там дальше продолжу. Так, ну, начало игры, знакомая ситуация, мы находимся на разбитом корабле, поскольку автор эту сборку как бы не делал для сервера, тут есть некоторые условности, она рассчитана на сервер, поэтому тут обязательно, ну, по словам, так, у нас тут есть ачивменты и все прочее, по словам автора, мы обязательно должны... сделать такой вот как game mode griffing true false так и дальше game rule keep inventory true. Вот. Поскольку тут криперы очень нервные, честно скажу. Вот, поэтому мы тут как бы должны очень сильно... Ну, в общем, я попробовал поиграть вначале, мне криперы даже вот стоишь со стеной, они тебя чувствуют, и этот корабль, короче, разнесут, вот все тут будет пустыня. Вот, они взрываются от малейшего там, короче, гопники такие, что не дай боже. Ладно, давайте спустим в трюм. Вот, тут у нас там что-то валяется еще, так, а я смогу потом назад вернуть. Вот, раз уж тут валяется что-то, давайте обойдем. Ну, у нас, конечно, тут не пустыня для начала, но вот, как видите, почему я выбрал это. Вот тут у нас сразу же есть домик, если что, куда смотаться. Вот, как видите, там что-то горит, мы на разбитом корыте, и нам надо тут как бы вернуться домой. Так, я тут, наверное, поставлю блок, чтобы мы могли вернуться назад. Нет, я неправильно, наверное, сделал. Мы должны сделать быстрее всего вот так во. Чтобы мы могли запрыгнуть, но мобы нет. Вот, идем в трюм. Тут нам придется очень долго и успешно жить. Ну, я не знаю, сколько долго. Клик то старт. Так, мы начало подготовились. Open. Repair system.
Ну, в общем, найти вот эту вот штуку нам надо. Она шифтом открывается и забирается. Вот, смысл в чем? Вот когда мы держим так ключ, у нас как бы все видится, и если крипер нас, вот там стоит крипер, он нас видит, и он тут все разнесет. То есть мы это сделали, да? Мы можем climb reward, что не дают? А, выбрать что-то, item name. Давайте красненькую. Я так понимаю, отсылка к Морфеу, к матрице. Какую пилюлю выберешь, синюю или красную? Давайте красную. Climb reward. Так, мы можем немножко одеться, да? Так, дальше, что там от нас требуется? Крафтинг тейбл нужен. Ну, это мы можем, нам тут как бы подкинули древесины, нам ничего рубить не пришлось. И мы... Что там? Чили пепперс или... Ну, давайте это возьмем. Так, у нас оно есть. Дальше, что мы еще тут можем сделать? Trash Dripper, это... А, нам нужен Task Player Need Specific Item. Enjoy. Это, может, где-то найдем. Так, нам надо семена, кровать. В общем, вот дофига всего. Так, насколько я помню, когда я тут смотрел, у нас вот тут есть энергия, да? И она сразу пойдет вот в эту вот фигню. Энергии у нас пока нету, поэтому мы, как это называется, пообрубаем все коннекторы, чтобы нам надо было бы неплохо подойти вот к этой вот штуке, да, и чтобы она заработала. Она не работает, потому что у нас как-то тут надо соединить провода. Да, и у нас два провода есть. Мы можем соединить, залезть вот в эту вот начальную, забрать отсюда все по-быстренькому, по-пырому, так сказать, и отключить, чтобы нас этот самый аккумулятор не разряжался. Ну, у нас пока его возможность, хотя вот тут сейчас начнется разрядка, да? Так, у нас тут, ну, этот чуть содержит энергии, ну, черт с ним, потратили, потратили. А, во всяком случае, не будет, как в прошлый раз, когда я тут... А, насквозь это забирает, да? У нас теперь есть Warp Table. Не знаю, можем тут поставить. Это сюда мы можем, по-моему, Transfer Upgrade. Мы же это положить не можем. А, можем. У нас теперь... Это не апгрейд или это апгрейд? Майн. А, это верстак у нас появился. Вот что-то еще у нас может. У нас есть лидстоны такая. Ага, нам надо было бы неплохо хотя бы один ящик. Хотя ящичек, зачем мне ящичек, если... Ладно, пока тут у нас как бы не ночь. Надо подготовить вот тут вот первым делом. А, блин, я неправильно сделал. У нас нету. Так, где-то там я видел вход в подземелье. У нас дрель есть, лидовая. А мы его чем-то загубить можем, можем. Ну, давайте попробуем повоюем. Вот. Видите, я не успел... Не успел подойти, и даже они меня... В общем, видели, что творится, да? Поэтому от нас требуется вот так. Ага, а как я его... То есть из этого выпадает все, что угодно. Этого я не знал. Так, ну нам, наверное, камушка надо было бы немножко раздобыть. Там печечка, всякое другое. Я не знаю, может, зря я трачу энергию.
Ага, у нас уже ничего не лезет. У нас что-нибудь есть ненужное. Чтобы выкинуть ненужное, надо получить что-нибудь. Так, 100 нам не надо. Во всяком случае, ладно, тут мы еще сможем вернуться. Я так думаю. У нас уже и голод наступает, да? Так, чтобы мы смогли тут спокойно оживать. Помня, как этот, первую версию. Ай, ну правильно, еще падай ты мне тут. Вот, давайте зайдем в нашу эту. Все же мне нужен. У нас есть первый сундучок. Так, нам надо, я так понимаю, хотя бы один сундук сделать. Бо место тут не ахти. Так, дайте сундук. Место тут не ахти. Магнит. Так, это. А, у Кирка откуда-то взял, Гарден Спирсы. Ну, это оружие, этот не нужен. Чоколад, Инфериум. Так, нам тут поскидывать всего надо. Ну, давайте все скинем, чтобы оно сильно нам тут не мешалось. И пойдем обезопасим. Хотя можем тут посмотреть, может, что тут. Нет, в сафари нет, мы ничего. В сафари нет, ничего нету. Так, нам тут еще. Подожди, там, по-моему, я вот не помню, то ли в этой версии, то ли в другой. Так, нам надо высоту 2 сделать, чтобы мобы не смогли забраться ко мне на базу. Это я помню. Так. Бо ночью тут будет, извините меня, вакханалия. Вот. Ага. Так, как тут получше прочистить? Вот, уже темнеет, уже скоро начнется вот вакханалия. Мне еще тут как бы работать и работать. Дрель я починить смогу. Вот, с помощью такой нехитрой методы мы сможем себя чуть-чуть обезвредить. Нападки наших мобов, да? Тут два, два. Так, им пофигу будет то, что тут не темно. Вот, так что, блин. Так, ну ладно, я тут. Главное мне вот эти вот места, чтобы они не могли ко мне добраться, заблокировать. Более-менее. Вот. Так, отлично. Тут, чтобы я смог, если что, сам забраться, надо поставить такие вот вышки. Они что, вроде бы как. Не могут забраться ко мне, да? Не смогут. Так, мы тут немножко понабирали. Так, мобы можете появляться. Разрешаю. Так, у нас тут червяков дали всяких. О, покатило. Так, вообще-то нам пожрать бы было бы неплохо. Шоколадный вот этот дали. Так, это мы скинем. Луфи. Гравистон. Ну, у нас дальнего оружия на данный момент, я так понимаю, нету. А, там еще надо будет что-то там придать. Вот уже, видите. Так, мы получили червяков. Нам можно или еду, или скраб-стик. Ну, давайте скраб-стик возьмем. Ящик мы сделали, нам дадут. Кашиф, драгон фрут, манго. Ну давайте драгон фрут возьмем. Так, траш канслот. You will have another slot. Один дёрт, да. Дёрт. Нам дадут траш слот, чтобы мы могли всякую фигню скидывать, да? Вот, вы слышите, что там творится? И показывает. Вот,
А что случилось? Как это? Что я нажал? А, это Immersive Engineering. А, где книга? Ай, вот она. Так, Scrap, Manual Submit, Climb Reward. А, Inferius Scrap, это, наверное, открывать можно или как? Что с ним делать можно? Это что, их 5 стало? Box Inference Scrap. Его можно использовать как foil и как вот Box Inference там чего-то. Еще где-то было, да? Мы его можем использовать как и вот этот вот Box Inference Scrap. И из него мы потом можем что делать? Пережаривать и... Ага, из него... Ух ты! Таумиум Игант. Ну, я не против. Раз у нас Таумиум Игант, то он, значит, это-то не вечно. Таумиум Меч. Или поэкономить. Вот, ладно, Таумиум Меч это первым делом. А чё? Чё такое? Чё было? Так, Trash Digger, Брит нам надо, да? А, вот эти найти нам дадут, вот это найти и вот это найти нам дадут. Climb Reward. Это нам не надо на данный момент. Эти давайте тогда вернем, где они были. Ну, может, я перепутаю, но, ну ладно. Так, и у нас есть скраб какой-то мощный, из него синие сумочки. И так, давайте еще один ящик сделаем. Я, конечно, сомневаюсь, что мне сейчас нужен, но судя по всему, мне так, давайте все выкинуть можно. Давайте все выкинем, возьмем то, что мне надо. Вот это пожрать. Так, у меня ниток нету, я не смогу. Так, это что такое? Handful Form, стандарт. Подождите, это они разбираются или их садить надо? Я уже не помню. Для чего они нужны? А, для фармланда, ясно. Это инверт блок. Это будет светиться. Так, пикакс обязательно. Где наша книга? Так, мы это получили. Дальше Стоунбри. Это мы не сможем на данный момент. Я вообще-то хотел бы выбраться, посмотреть. Так, что у нас тут полезного? Чили пор. Так, у нас что-нибудь еще там. Да, книга. Так, у нас инженеринг закрыт. Таункрафт, агрикрафт, делинг хом. Monster Hunter и Dangerous Journey и плюс Open. Ага, у нас есть Portable Storage и Better the Normal Chest. Improved Chest MK1 можно сделать, да? И Backpack. Привычка in Провод бас, не, наверное, импровит. Эндертанк энергии, импровит. Бейсик, вот он, бейсик бакпак, шерсть, это кожа надо, да? Его мы, наверное, сможем улучшить до железного, даже так, но это в будущем. Сумочки есть. Basic Essential Tar. Это что такое? Hardcore Ender Expansion. Знакомая штука. Это что такое? Rev Guns. Basic Capacitor. Capacitor. Так, нет, не Basic. Надо Chest. Так, Chest. Где этот? Improved Chest MK1. Ага, а как ты делаешь? Надо вул, планки и кобблстон.
А нам надо, по-моему, там пишут, что дайте нам какой-то там МК1, право ЧС. Тут же так, как всегда, не работает, да? Правильно, так. Ну, рискнем здоровьем, посмотрим, что там творится. Ух ты, сколько. Здравствуйте. Это подписчики тут собрались и меня тут встречают, да? Мне вот туда бы добраться. Но это, наверное, днем, когда тут уже... О, правильно, давайте сами тут разбирайтесь. Вы же меня тут стрелять не будете. Вот. Сейчас бы была бы дыра, сейчас бы ко мне тут все поперли бы. Вот, видите, вот, пошла жара. Пошла жара, спасибо. Ну, теперь вы представляете, что бы тут было без мов грифинг. Ты ж горишь, болван. Без моб грифинг, чтобы тут было так. Твоих друзей тут нету, да? Ну, вроде бы день приходит, или там еще один шляется. Так, тут одни эти мобы ходят. О, сумочка. Ходи сюда, дорогой. Сумочка, это у нас, короче, тут, блин, я так и не объяснил смысл сборки. Как вы понимаете, рут у нас тут нет. Иди сюда. У нас нету тут рут. У нас нету, в общем, все находить надо. Выбивать, выращивать, находить. И так далее. У нас тут как бы мир под землей, руд нету, в общем. Объяснил, да? Ресурсов нету. По-моему, из ресурсов у нас тут только соль такая вот, мелочевка всякая. А что там такое у нас горит? Не знаю. Так, ну у нас там кто-то шляется. Было бы неплохо ведро найти. Так, что нам дали? Нам дали... О, у нас мечишка есть. Так, мы к тебе потом вернем. Так, у нас есть деревья. Электрированная сталь. Один стринг. Ну, много чего нашли. Так, 6 атак и 6. Ну, наверное, бронзовый не больше на данный момент. Этот сколько тут? 3 атака, 6. В принципе, электромагнит можно взять, но я не знаю, так этим мне не надо. Так, давайте, чтобы вот эту вот штуку не потерять, хотя, по идее, наверное, по табу можно или где-то там запрограммировать и открывать. Вот, так, отдал он, конечно, молодец. Нам что надо? А, что-то я выполнил, убил. Локер, МК-1. И выбрать. Так, выбрать еду или скраб. Давайте скраб. Может, что-то полезное выпилит. Да, очень полезное выпало. Так, локер МК2. Ну, давай ты тут стоять будешь, ты тут. Это ящички. Так, теперь меня интересует... Ты там плаваешь. Вроде бы тут никого опасного нету. Я думаю, пойти вниз, добить те, если там никого нету, конечно, вот эти вот. Здравствуйте, товарищи. Вы же, конечно, взорветесь. И еще... Спасибо. Очень спасибо. Так, а ты там своего друга уничтожил? Нет, он там, как я вижу, стоит. А ты... Ну, теперь вы представляете, что бы тут было, если бы я как бы подошел. Так, ну, у нас скраб, как бы, скраб дает тут всякое, да? Угу. Цинабарол.
Спасибо. Вот этого скраба у нас до хрена. Так, хотя у нас есть вот тут еще вот это дело. Так, я вот про этот скраб не знал, что тут такое дело есть, да? У нас же ни угля, ничего нету. Так, ладно, бежим в ту базу. Ну, по пути собираю, да, наверное, вот эти вот всякое. Так, из этого мы что-нибудь кроме как... А, из этого мы еду можем делать. Это хорошо. Блин. Не то я сделал. Ну да ладно.